старину, а когда неизвестно, было, говорят, такое место, куда ничья нога не ступала, и душа ни одна не знала, что там суша была одна. Четырех сторон окружала эту сушу морская вода. И проживал там в старину старик по имени Янберде с Сенбекою, старухой своей. И куда бы ни шел он с ней, был повсюду им путь открыт. Откуда старуха-то и старик появились в этих краях, где мать, отец их родной очаг, говорят, они сами забыли. Так ли, нет ли, но в тех местах жизнь и плод они зародили. Родилось у них двое детей, двое родилось сыновей. Старшего нарекли Шульгеном, младшего нарекли Уралом. Так и жили, не видя людей, четвером в сторонке своей. Не имели они скота, посуды, прочего добра. Не подвешивали котел над прозрачным огнем костра. Не знали, что такого болезни смерть была для них неизвестна. Считали, что на этом свете сами для всех являются смертью. На охоте коней не седлали, стрелы копья в руках не держали. Приспособили для себя льва-арслана, чтоб их возил, сокола, чтобы пернатых бил, пиявку, чтобы кровь сосала, щуку, чтобы рыбешек хватало. То ли издавна так повелось, или Ямерде тут обычай внес, само собой ли так сложилось, когда попадалась какая-то живность, если оказывался самец, старики его убивали, голову его поедали. А Шульгену же и Уралу, а также собаке и арслану, соколу и прожорливой щуке остальное поесть бросали. Если же самка им попадалась, для пищи сердце ее вырезалось, а в животных, что щиплет травку, черную вонзали пиявку, выжимали крови избыток, чтоб из нее приготовить напиток. Малолетним детям своим, что про охоту еще не знали, сердце и голову поедать, кровь горячую выпивать строго-настрого запрещали. Дети росли не по дням, по часам, крепли разуму мало-помалу. Шульгену исполнилось 12, 10 исполнилось Уралу. «Сяду на льва я», — сказал один, — «сокола пущу», — другой сказал. Каждый так к отцу приставал. И Янберде сыновьям сказал, обратился с речью такой, «Вы оба дети родные для нас, светорадость родительских глаз. Ваши зубы еще не сменились, телеса еще не укрепились. Рано в руки сукмар вам брать, рано сокола запускать. Льва седлать, во мне вышел час. Ешьте то, что я вам даю, делайте то, что я вам велю. Чтоб научиться ездить верхом, и оленей довольно с вас. Незалетную стаю птиц можно дробника запустить. Если жажда охватит вас, можно воды ключевой испить. Лишь кровь, что я в раковину влита, пусть не коснется вашего рта».